Всем привет! Микрофон Акаму, на ваших экранах продолжение приключений в Стартреке. И мы остановились на том, что нам надо попасть на планету Вулкан. Точнее, в систему Вулкан. Смотря по миссиям. Я примерно сейчас перед записью прикинул и думаю, не буду я пока проходить всякие вот эти мододельные игры. Точнее, сюжеты. Что-то как-то они меня смущают после последней, нудной и неудачной. Так, куда-то нас послали, а куда неизвестно. Так, опять проблемы с пином. Наконец-то прогрузились, я уже думал, вообще ничего не будет. Так, мы на шатлике. Это что за шатлик? Хрень его знает. А, мы сейчас как раз на сам Вулкан прилетим. Starfleet Shuttlecraft, this is Vulcan Orbital Control. You are clear to land at the requested coordinates. Welcome to Vulcan. Please enjoy your stay. Так, у меня что-то сейчас немножко как-то непонятно. А разве планета Вулкан не была уничтожена? Или я уже начинаю путать фильмы и сериалы? Кстати, я вот не помню. Нет, скорее всего, не здесь. А в честь Леонардо Немоя была где-то установлена статуя. Вообще, я думал, что это прямо на вулкане сделали. Но, по всей видимости, нет. Так, нам сейчас надо поговорить с амбассадором. Постоянно забываю, как это правильно переводится, амбассадор. Посол, по-моему. Амбассадор, сакет какой-то. Welcome to Vulcan. Так, а ты... Ну да, ты вулканец. Do you have any questions? Pajem is a small world near Andoria. It is sacred to our people. There have been Vulcans on Pajem for centuries. In 2152, the ancient buildings that housed our monastery were destroyed. It was a failing in our logic that led to conflict with the Andorians. Do you have any questions? My business is my own. If you must, do you have any questions? This is ridiculous. Access to if I do not complete, что-то ты нервничаешь, парень. I have spent too much time off world. Так, давайте поговорим. And long life. Я думал, что это жрица, но ладно. Do you seek knowledge of the ancestors? I will permit it if you will. Так, ну я в любом случае знаю, что он предатель. Этот квест уже проходил. How should I know? He is a small man. Ну, давай, чё там? Шевели батончиками. Всё, пошли в шаттл. Идёшь за мной. Я понимаю, что ты посол, но... Спасибо, а я даже вот не знал. Блин, музыка еще такая сейчас играет, но я не знаю, это больше подошла бы к Лингону. Так давай, ну что там еле прешься-то, а?
Прямо уж не знаю. Так, а шаттл тут еще и не именной. Ну, в смысле, это не наш шаттл получается. Что такой грязный? Помыли бы перед вылетом. Так, сейчас садимся в шаттляк. Так, наш водила, по-моему, немножко дерганый. Сейчас буквально секундочку прервемся. Ай, ты можешь этого не делать больше. I need to meditate and prepare for my meeting with the abbot at the gem. Окей, помедитируй до того, как мы прибудем. Так, давайте мне быстро командирское кресло. Зловещая картиночка. Вернуться на мостик, окей. Так, ну все, ладно, депортистим. Ну да, чё же нет. Так, go to PGM system. Ну, это прям где-то сбоку от нас. Вон она, кажись. Хоть за этими фигнями не видно, но я знаю, что она там. Так, продолжить. Слева какая-то аномалия. Тони Старк зовет ее. Давайте вступим во флот. Не особо понимаю зачем, потому что сейчас мне особо во флоте делать нехрена. С моим уровнем. You have a foul shape changer aboard your ship. Turn the creature over. Doubt my word. Итак, начинаем сражение, мать вашу. Сейчас вы мне тут все огребете. Ну, блин, я скиду что-то уже позабывал. На тебя торпедный в глазик. Куда ты в невидимость? Вернись, вернись, засранец. Всех раскидаю нахрен. Пойдемте исследуем вот эту газовую облачную. Я хочу газовую облако исследовать. Ладно. Ну да, давайте так будет. Так, чуть-чуть прервался, извиняюсь. Мне что-то показалось, что игра немного громковато. Хотя, может быть, она так и получится на записи. Не знаю, заранее извиняюсь. Итак, выцеливаем одного. Учти в попку. Мочим всех. А, это был конец. Простите, я хотел его застрелить. Так, ты не очень интересно. А, ладно, подождешь. Сейчас это бабку говорю. Сначала мы откроем. Куда ты? Не, ну увидели, она просто взяла и выпрыгнула. Блин, там даже был сундук. Пойдемте, мы туда выпрыгнем.
Ну, вроде как, если убийцы-то особо нельзя. Слушай, куда они телепортируются-то, блин, а? Так, надо сейчас поговорить с вулканцами. Что ты мне хорошо скажешь? Ты ей так-то направляешь, что ты мне подсказываешь? Так, среди вас есть? Нету. Да-да, нахрен такой неси. Что вы за клингоны? Без рук и стада. О, здесь, по-моему, в конце будет босяра такой злостный. Так, давайте немножко поисследуем территорию. Может быть, найдем что-нибудь вкусненькое. Ай-яй. Ой, блин, успел. О, делить его мор, 10 штук. Вообще отлично. Делить его нам нужен. Так, что мы здесь можем найти? Какой-то чай нахрен. Вот чай, мне кажется, нам совсем не нужен. Так, есть здесь поблизости еще что-нибудь? Что-то вон там есть, но это, скорее всего, квест. Так, кто-то респаунился. Во, давай дядьку мучим. Все на дядьку. Я запеченный, но тупо похож, я дойду, блин. Собаки сраные, ничего не умеете. Так, мы здесь не были, поэтому здесь может быть что-то вкусное. Comment message, окей. I have terrible news. You need to... Что произошло? Блин, а там мужика одного не убил. Such emotion on your face. I see now my deception has been exposed. Pity. Capturing the abbot so we could replace him as well would have been beneficial. But we are strong. We will prevail. You are weak, and the weak shall perish. Давай, покажи свое истинное лицо. Упс, что за упс? Стайлорд. А, не, мы отсюда будем. Сюда будем потом убегать. Окей. Хм, спойлерю, сори. А вот, собственно, его истинная форма. Кстати, я не знаю почему, но он мне очень сильно напоминает. Если кто помнит, то есть, по-моему, первой части. Инопланетянина Люди в черном, майки. Trouble myself with such insignificant beings when the Klingons will do my work for me. Короче, он превратился в генерала Клингонов. Теперь пойдет на травлю на нас Клингонов. Prepare for battle. Yes. There is a group of Starfleet officers behind me. One of them is the foul shapeshifter. I'm returning to the ship. Don't let them leave this planet alive. Bah. Yes. Почему он разговаривает на английском? Непонятно. Что, вас кого-то убили? Эх, какая разница, все равно не чувствуете ничего. Безэмоциональный дворе. Хотя, как я узнал, честно говоря, даже самый настоящий клингон, тьфу, блин, клингон, вулканец, в принципе, при некоторых обстоятельствах может легко испытывать эмоции. Во-во-во, я как раз вот аномалию как-нибудь искал. Что-то еще делить ему попадется. Делить ум. Ну прям сегодня день рождения, Новый год и Пасха в один день. Даже
успеть раньше добыть этот чертов делитиум, тут надо бошку было сломать. Еще одного выстрела. А нет, не с одного. Умри достойно. В конце концов, это же честь для вас. Мне вот еще интересно, когда я начну нормальные пушки получать. Это же, по идее, я когда играл за обычных, ну, с других персонажей, я к этому времени уже нормальный, так и броньки уже обзавелся, и пушкой нормальной. Я просто хочу сменить вот эту свою древнюю пуколку. Я, конечно, понимаю, классика классикой. Пуколка мне не нравится. О, Клингон, как это нехорошо с твоей стороны, ты прятаться в кустах. Должны сразу сказать честно. Так, вот здесь есть что украсть? Так, защита есть кто-нибудь? Мочи всех подряд. Умри с честью, солдат. Спасибо. Всякие гипы. Блин, время, я честно, я постоянно забываю ими пользоваться. Так, да, он сбежал на корабль. Возвращаемся на корабль. Ну, кстати, интересно, а если я поменяю ей одежду своему персонажу? Повешу обычный бейджик, она будет по нему хлопать? Или также будет доставать рацию? Не видишь, что я занят? Еще делить он. Все, тебе хана, дятел. Восстановить щиты. Так, это хилка. Сейчас я вспомню немножко управление. Таким образом мы, по идее, увеличили мощность оружия. Так, что еще есть? Так, пора вот это уже хилять. Ну, звездный флот прилетел. Так, а это что нам дает? Light speed. Блин, у нас бочару долбит. Вкусно, не подавись. Останавливай мне щиты, сволочь. Так, вот это у нас, по-моему, скорость, да? Ну. Давай. Сейчас мы тебя загасим, тварь. Бой закончился, но это не значит, что нам нельзя сканировать. Не, я, пожалуй, пойду еще вон тут туманности выучу. Ну, мы все-таки как-никак исследователи все. Для меня исследователи. Ну, будем исследователями, как разница. Делитиум. Так, мне начинает уже как-то немножко казаться, что, может быть, делитиум здесь вообще обесценился, раз его таких количеств дают. Что-то немножко странно.
Да, странно. Ну ладно, теперь сесть нахрен отсюда. Давай свой напас, поплыли отсюда. Блин, там даже звездочки-то не появляются. Не понимаю, что фигня. Плоть спецэффектов убрали, которые раньше были. Так. Ambassador was an Undine? I'm afraid their infiltration of the Federation goes much deeper than we так. Who knows Quantum торпеды. Так, а в чем разница? 2300, 299. У этого ДПС выше. Этого ДПС ниже, но кинетический урон выше. Давайте обычно торпеды возьмем или нет. Что у нас вообще? Какие у нас сейчас установлены? Фотонные торпеды. А у нас и так стоит фотонные торпеды, которые круче того говна, что ты нам хочешь дать. Congratulations, Lieutenant Commander. This mission briefing. Так, кораблик, стой, куда ты полетел? Нет, просто стой. Давайте разберемся, куда нам надо. Окей, систем. Ну что, полетели? Уйди. Ладно, прервусь, пока мы летим. Все равно тут ничего интересного не будет. Так, мы долетели. Начинаем. What the hell? Кто-то кого-то атакует. Надо помочь. Разнесем их вдребезги. Торпедку, торпедку. Да хрен ты меня разнесешь. Ты слишком мало жалоб. Блин, торпеда промазала. Так, это что, помощь что ли идет? Thank you for the assist. If you hadn't shown up with their crystals. Так, и стал делить ума. Окей. Без топлива что ли остались, блин? Так, мне не нравится, что вот этот дрянь здесь вообще летает. Да его вынести к пробабке. А он силен. Приятно, черт подери. И эта торпеда меня выпустил.
Я вообще хочу исследовать вон ту аномалию. Ты погоди, полетай там, тебе все равно делать ни хрена. Чем мы еще делить получим? Я к тебе вернусь, обещаю. А еще металл надо как-то добыть. Окей. Зачем тебе металл? Ну, блин, давай быстрее. Чё, стрелять не будем? Поднять изотопы. Подняли. Ой, там опять его, походу, бьют. И опять этот круизер сильный. Ну, ладно, замочили один, замочу второй. Да он же открыт, блин. Так, что-то урон какой-то маловатенький. Значит, две торпедки в срочку. Передать все это нашему кораблику. Окей, давайте передадим. Тихо, ты достал башку покрути, идиот. Видите, у металл был вокруг вас, могли бы послать шаттлы. Забьем, так, по-моему, ничего не получим. Прости, мужик, но ты должен умереть. Так, давайте изучим еще вот две аномалии. Здесь нам надо тут их изучить. Теперь на это тщательно надеюсь. Так, и она была вот за этой планетой. Ну или точнее то, что от нее осталось. Вот она. Давай, нас там уже кораблик поджидает. Надо где-то ему накренькать. Все. Ты меня заждался, я знаю, я лечу. Ты че, вообще без щитов? Сейчас мозги вынесу, блин. Все, просто сдохни. У нас будет двойная. Увеличим мощность наших лазеров. Чтобы вообще его расковырять. Давайте еще одну пробуем торпеды сраным. И
части разворотили к чертям собачьим. Да, окей. Темпорал проб. Ну-ка. Открыть темпоральную пробу. Что это? Тут надо восставить пропущенные слова, но, блин, с моим английским это вообще бред. Steam. Я даже не знаю, что это. Так, что мы вообще получили тут, а? Так. Реактор, лучше мы его. Да, он лучше. Так, что касается тут защиты. Ну да, мы такой же имеем, в принципе. Полетели к следующей точке. Так, тут какие-то кораблики.
Вы же меня не тронете пока. Ты нехороший дядя. Я тут, понимаешь ли, собираю всякое нужное барахло. Они стреляют в меня. Ролик, я не забыл про тебя, я лечу. Драть тебе зад. Блин, мины. Блин, я ж стрельнул в них. Тюрьму. Да, ладно. Давайте высадимся вниз. Так, это враги. Окей. Выносим первого. Теперь выносим всех остальных. Что у нас здесь? На. Все в репликатор. Нашей. Да нет, она лучше, конечно. На, у тебя пушкарик. Это тебе тоже лучше подойдет. Тебе щит. Все, в принципе, нормально.
По-моему, сейчас какие-то куча-куча всяких нехороших дряни прибежит. Так, еще да. Выходим отсюда. Ой, блин, другой транспорт 37 секунд. Черт. Так, а, блин, я туда вообще ломлюсь. Или мне надо было там стоять? Блин, мне надо было там стоять и защищать. Черт. Ладно, все равно крутый. Well done. Starfleet will analyze. Congratulations, Lieutenant Commander. Помолись, систем. Ну, я вообще думаю, мы на этом серии, наверное, будем заканчивать. О, отлетели. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если кто еще этого не делал. И всем пока. Долгой жизни и процветания.